Я начала танцевать в 5 лет, и на данный момент это является моей профессией. До прошлого месяца я боялась улыбаться. Этот страх был со мной не только на сцене, но и в жизни. Я знала, что эстетика зубов в настоящее время не такая сложная операция. Но от этого не было легче. Ведь в эстетике, как и в танце, важно множество составляющих параметров для успешного результата. Все эти мысли не давали мне покоя. Но все изменилось, когда я познакомилась с доктором Чадаш Кашлоулу. Он рассказал мне о новой операции, которая называется «Дизайн улыбки». На каждой встрече с доктором мы детально разбирали мою структуру зубов, цвет, линию улыбки, мои десны, чтобы в итоге вышла красивая улыбка. Операция проходила 2 часа. В течение 5 дней я полностью восстановилась. И наконец-то я стала обладательницей улыбки, о которой я мечтала. Репетиции закончились. Теперь я выхожу на сцену. Я счастлива, как никогда. Я улыбаюсь, как никогда не улыбалась. Спасибо, доктор Чадаш Кашлоулу.